зашли на территорию да. чужой страны, и вы говорите, что вы помогали, ты пойми. Да, ну... Понимаешь, что я хочу сказать? ЛНР, ДНР, их все жалеют, но также я их не понимаю, они... Я когда их увидел, я вообще был в шоке. То есть это, да, это вообще ужас. Это, если мы были, хотя бы выглядели как военные, хоть у нас экипировка не самая лучшая была, то это вообще ужас был. Какие-то СССРские каски, какая-то броня просто советского времени, либо вообще нету брони, калаш. То есть не АКМ-74, а калашников. Бухают, ходят, что-то там орут, заняли какую-то там школу, либо еще что-то там в своем вот этом мирке живут. Мародерствовали? Конечно. То есть, насиловали? Мы? Нет. Они? Без понятия. Убивали? Мы даже с ними не общались. Хорошо. Они убивали, может, друг друга, когда набухаются. То есть для нас... Вот они, как военные, мы на них смотрели немножко даже с презрением, потому что нам было непонятно это. Мы, если мы приехали четко с последней задачей защищать мирное население, и мы единственное, что могли делать, это просто не трогать их, ну, мирных, то есть не мешать, ничто, просто посидеть на своей позиции и уехать.